Привет, как дела? Я Рагнель, и это мой первый осенний влог, в котором я буду выполнять задания на осень, чтобы сделать ее более атмосферной, уютной. Ой, я еще не проснулась. Место. Кто не был в Красноярском крае, сейчас буду вас знакомить. Это гора Такмак. За ней обычно стоит Ермак, но отсюда его не видно, так как он поменьше высотой. Вот это Дед. Если на него забраться, можно увидеть почти весь Красноярск. А там за ним бабка с внучкой. К сожалению, знаменитых столбов перьев и китайской стенки отсюда не видно, но они вот в той стороне. Это все берег Енисея. Предупреждаю, я не художник. Я чуть-чуть умею рисовать. К сожалению, настоящую картинку никак не передать. Но я снимал все. А сейчас собираем вещи и домой. Камере стало немного плохо из-за холода. Но я успела довершить картину, но думаю, я немножечко еще пройдусь карандашом, чтобы нарисовать окна или какие-то ветки прорисовать. Ну, а пока я хочу немножечко прибраться, потому что кроватка у меня до сих пор не заправлена, и позаниматься некоторыми делами.
В общем, какой план? Мы сейчас идем в лес. Мы уже в лесу. Нам нужно будет собрать шишки, веточки, листочки. Все, что символизирует осень. Все яркое, красивое. Рыжее, золотое. Веточки с шишками нам нужны, чтобы украсить комнату. Там пень похож на собаку. Ну все, продукты достали, теперь ищем шишки. У нас тут как раз сосновый лес с шишками, по факту. Но именно нужных на шишек пока не видно. Они так красиво смотрятся на картине. В общем, зачем нам листочки? У меня там наверху есть деревянная корзинка. И в ней, если я не ошибаюсь, еще есть шишки. Да, в ней есть шишки. Но я хочу поменять бантик и подукрасить это веточками и поставить куда-нибудь на видное место, чтобы создавало атмосферу. На самом деле бы хотелось побольше украшений, чтобы было более атмосферно, более уютно. Но пока это все, что я смогла найти красивого. Все либо немножечко в грязи, либо шишки вообще маленькие, никак не фотогеничные. Так что, что есть, то есть. Буду потом немножечко пополнять. Корзинку я решила поставить на подоконник, потому что подоконник это больше такая декоративная, уютная, читабельная зона, нежели стол, на котором обычно у меня что-то рабочее. Так что подоконник выглядит как лучшая идея. Я немножечко переоделась и предлагаю пойти на кухню приготовить печеньки.
добавим чуть-чуть свету. У нас из источников освещения есть главная лампа, но она скучная. У нас есть светильник и свечка. Вторую я уже погасила. Я думаю, либо сюда какое-нибудь освещение поставить, но у меня там уже есть маленькая лампочка. Либо сюда повесить что-нибудь. Ну, тут темно уголок. Раньше у меня под подоконником висела гирлянда, но я ее сняла, потому что придвигала кровать и не хотела ее повредить. Я сейчас думаю, может быть, обратно прикрепить эту гирлянду, либо положить на кровать. Давайте прикрепим обратно.